В Доме правительства обсудили вопросы повышения безопасности на дорогах. Причиной ДТП нередко становится человеческий фактор, но многое зависит и от состояния трасс. Их, отмечают в региональном управлении ГИБДД, необходимо довести до нормативного состояния. Подробности в следующем материале. Количество ДТП, а в том числе и со смертельным исходом, в республике сокращается. Это показали итоги 8 месяцев. С начала года в регионе произошло более 800 аварий. Причем нередко их виновниками становятся водители под шофе. Число дорожно-транспортных происшествий с такими лицами достаточно велико. Составляет 91 единицу дорожно-транспортных происшествий. Основными видами дорожно-транспортных происшествий остаются это столкновения, 41%, наезд на пешеходов, 32%, опрокидывание, 8%, и наезд на препятствия, почти 5%. Дорожная сеть республики с каждым годом становится все более безопасной. Там, где ДТП происходят чаще всего, устанавливают металлические барьеры, сигнальные столбы, светофоры и комплексы фото-видеофиксаций. В 2017 году до 1 октября запланирован ввод еще 8 комплексов автоматической фото-видеофиксации. На следующий год планируется в рамках пилотных проектов также установить 27 комплексов фото-видеофиксации. Но очагов аварийности в муниципалитетах еще достаточно. В ГИБДД региона отмечают, что наезды на пешеходов и ДТП происходят в местах со слабым освещением и отсутствием разметки. Помимо этого, наиболее часто встречается отсутствие неправильного установки дорожных знаков, 75 дорожно-транспортных происшествий, отсутствие неисправности искусственного освещения. В 20 случаях и отсутствие ограждения необходимо места 24 случая. Дефекты дорожного покрытия 49 и недовольное состояние обочин 16 ДТП. За 8 месяцев зарегистрировано 227 наездов на пешеходных переходах, что значит на 6 фактов больше. Ликвидировать места концентрации ДТП поможет программа «Безопасные и качественные дороги». Если в столице республики федеральный проект завершен более чем на 90%, то в Чебоксарском и Маргаушском районах работы буксуют. Основная задача по безопасным качественным дорогам – это, как мы и планировали в сентябре, полностью завершить весь объем работ, чтобы мы, как произошло в прошлом году, не отстали по ряду направлений, и где нам приходилось возвращать средства, и были проблемы по реализации в полном объеме. На первый план выходят вопросы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Среднее время доезда бригады 03 составляет 9,47 минут, средняя доставка пострадавших до медицинской организации 46,2. Экипажи ГИБДД, как правило, на место аварии приезжают первыми. Сотрудники полиции будут проходить курсы по оказанию экстренной помощи. Это поможет сохранить немало человеческих жизней. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.